А вы на семью на всю берете, да? Ну да, он родственник. Ну, родственникам. Расскажите, как живете? Как у вас в поселке вообще? Стреляют, не стреляют, да, привыкли? Бывает все. Хорошего не мальчика, конечно. Надо, чтобы лучше было. А далеко до украинских позиций тут? Да ну, сколько. Ну, через речку. На рыбалку ходить страшно? Конечно. А у вас тут говорят, вот в соседнем поселке мужчина пошел на рыбалку, пострелили его буквально вот там, сколько, недели две назад? Три, может быть. Ну, тут, там на набережном. Сегодня мы привезли сюда 100 пакетов, проживает здесь по факту 117 человек. Буквально через реку отсюда, по этой простреливаемой улице, находятся украинские войска. Насколько мне известно, в 1,5 километрах отсюда находится тренировочная база «Азова». Сейчас сюда пришли не все люди, потому что часть людей, кто инвалиды, кто пожилые, не смогли дойти с того конца, потому что оттуда идти крайне сложно. Буквально вчера обстреляли кладбище, вот буквально 5 минут назад сейчас мы слышали, как стреляют САУ. Вот. Жители сегодня получают пакеты также на тех, кто остался дома. Спасибо большое всем друзьям, всем подписчикам, кто остается с нами. Мы продолжаем движение на фронт. Всем хорошего дня. Thank you.